Я на самом деле почему-то мне это нравится. Но я понимаю, что есть люди, которым прям очень сильно режет слух это, да? И они говорят, как вы разговариваете, как вы можете себе это позволить, для чего вы так материтесь. Есть такие? Поднимите руку. Кому режет слух, когда человек, кто-то рядом матерится? Вставайте. Нет, вставайте, не все это. Вставайте все. Что говорят? А, ты какая, да? Смотрите, люди, которым мешает, вот режет слух. Подождите, тихо, а? Я же микрофон говорю, или нет? Нет, не работает, не работает. Микрофон? Работает? Раз. Тихо, тихо, тихо. Слышно, да? Давайте отсюда отходить не буду. Слышно вам сейчас? Раз. Людям, которые не терпят мата в своем обществе или как-то. Бывает, есть, конечно, общество, где вообще материться табу сразу. Когда мат табуирован в семье, это зачастую мама-училка, это зачастую папа строгий, это строгие родители. И поэтому мы запрещаем себе материться, и нас бесят люди, которые это себе позволяют.